Спросили у профессора Седова, кем вы хотите в жизни быть другой? Красивым и свободным Казановой, ответил он, кивая бородой. А как же философские законы, признание ученейших мужей, сегодняшние рамки и каноны и перспектива предстоящих дней? Я слишком долго верен был науке, не знал ни отдыха, не видел благ, а мной всегда руководили суки, все забирая в свой большой кулак. Не видел я красивых в жизни женщин и дальних стран, навеянных мечтой, ведь этот мир имеет много трещин, в которых мы увязли с головой. А снились мне восторги и закаты, и ласки темнокожих жриц любви, моря, где есть загадочные скаты, и плавают большие корабли. Без женщин этот мир убог и жалок, к чему сегодня философский спор. Любовь – это единственный подарок, пусть даже если это приговор. Не в этой жизни малое осталось, достойно прожил, как смиренный мул, и вроде бы себе скопил на старость, но этим жизнь свою не обманул. В ней не было пенящего забвения, и не кипели страсти по ночам. Я мог бы написать стихотворение и посвятить прекраснейшей из дам. Служил бы самоотверженно науке, так, может, повезет на этот раз. За все мои непонятые муки я буду дуэлянт и ловелас. И пусть меня осудят моралисты, они в своих суждениях скучны, бывают счастливые гимназисты, влюбляясь в ожидание весны. Все остальное не имеет смысла, и без любви тускнеет солнце свет. Тут пауза недолгая повисла. Жаль, понял это я на склоне лет.